заставит довести человек. Примасти около 15 тонн и на массе топлива 700 литров. При прогреве обеспечит пробег до 600 километров. Смотрим на прыжок. Наши аплодисменты. Уважаемые зрители, вы наблюдаете развернутый на позиции зенитно-ракетный комплекс средней дальности БУК-М2. Уникальный комплекс, который работать способен в автоматическом режиме. Особенностью его является то, что комплекс видит все воздушные цели. Крылатые ракеты, тактические ракеты, самолеты всех типов, вертолеты. И особенностью является то, что 4 ракеты, которые находятся на комплексе, могут наводиться каждая в свою цель и через секунду обстрелять 4 цели одновременно. Комплекс является основным средством вооружения российской армии. Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения. Thank you.
которые сейчас исполняют танки, я попрошу рассказать вам их постановщика, профессора Института современного искусства Андрея Меланина. Мы видим, как танкисты готовятся к исполнению танцевальных фигур. И входит третий танк, потом идет четвертый и так далее. А какая из фигур достойна книги рекордов планеты? Учитывая то, что бетонная площадка 30 на 30 метров, на которой сейчас выступают танкисты, предназначена для показа всего лишь одной единицы бронетехники, то все названные фигуры могут на это претендовать. Наибольшую сложность представлять будут «Контраданс» на 4 танка и «Торнадо» на 5 единиц техники. Для книги рекордов Гиннесса планеты мы позиционировали достижение как синхронное маневрирование танков в ограниченном 30 на 30 метров пространстве. Андрей Александрович, не кажется ли вам, что это все, немного легкомысленно? Вот с нами рядом сидит начальник демпоказа Александр Федорович Урманцев. Сидит и немного посмеивается над нами. Над чем-то, товарищ полковник, скажите, пожалуйста, а зачем танкистам весь этот балет? По моей предыдущей работе на телеканале «Звезда» по выездам горячей точки я знаю, что в реальных условиях танки воюют на больших расстояниях. Да, это так. Но не надо забывать об отработке личных элементов и его подготовке экипажа, и командира экипажа. Походы и цели танцы использовали спартанцами в речи, верховой езды, владение оружием и быстрой ориентации на поле битвы. И вообще, давайте просто посмотрим на работу наших ребят, которые чуть больше 2 месяцев как сели на танки. Спасибо, смотрим. Сделали это орудие, поставили в ряд лучших орудий самоходных мира. Места находятся на вооружении российской армии. Заключительную фигуру кадрели с одновременным рельефом в центре площадки и по ее углам. Центр площадки был произведен в основе его места.
на премьеру нашего форума ТАСС Т-90МС. Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». Самый крупнейший российский производитель военной техники сухопутных войск представляет модернизированную версию танка Т-90С, самого массового танка 21 века, уже получивший прозвище «Генерал песчаных карьеров». Николай Михайлович, несколько слов. Уважаемые зрители, танк оснащен новым боевым гашенным модулем, в котором установлены модернизированная 125-мм пушка с хромированным стволом, передовая высокоавтоматизированная цифровая система управления огнем, современные средства связи, ориентированные и взаимодействия, дистанционно управляемая пулеметная установка командира. Это все новинки, которые произошли после модернизации танка. Реализованный стабилизированный круговой обзор командира. Режим охотник-стрелок, обеспечивающий точные целеуказания от командира наводчику в режиме автоматического сопровождения цели. Дистанционное управление всеми типами вооружения с момента командира. Обеспечит интеграцию танка в систему боевого управления подразделения. Малоотражающая архитектура, сочетанная система постановки завес, обеспечивает защиту высокоточного оружия. Эти и другие поставили. Когда говорят пушки, музы молчат, но мы с вами убедились, что это далеко не всегда так. И я приглашаю к микрофону продюсера и композитора нашего этого форума Алексея Корнилова, что писал миссию